Здравствуйте. Получил совершенно мелкую вещицу, конечно, из Китая. Мелкую, но если это то, что надо, то, возможно, это очень интересная вещь. Так, как бы открыть аккуратно. Аккуратно и на камеру. Вуаля. А, все что ли? Да уж. Заметьте, упаковано исключительно в конверт. Никакой защиты. Ну, я думаю, уже понятно, что это такое. Это у нас светодиод. По-моему, это так называется. Прошу прощения, не электронщик и по образованию исключительно гуманитарий. Хотим попробовать отремонтировать прожектор. Прожектор стоит 1500 рублей, а вот эта штука на AliExpress около 200. Возможно, чисто теоретически возможно, что сработает. Так, что я верчу-то хочу показать? Какую-то маркировку еще. Ну, маркировки тут, честно говоря, не очень много. Сразу отмечу минус. Продавец очень плохо позаботился о защите товара. Могли и повредить при пересылке. Но есть большой плюс. Вот эта штука дошла невероятно быстро, меньше чем за месяц. Наверное, недели за три дошла. По теперешним меркам это очень быстрая доставка. Ладно, попробуем применить на деле. Ну что, проверяем. Светодиод установлен, подключен. Единственное, что мы сейчас еще не успели сделать, это не нанесли термопасту на обратную сторону светодиода, потому как термопаста пока под руками нету. Тем не менее, проверить можно. Давайте проверим, работает ли вообще. Выключаю, потому что не могу терпеть. Ну, вуаля. Прошу прощения, конечно, за неожиданность. Это все-таки довольно мощный светодиод. Как видите, работает. Итак, сама штука стоит 1500. Ну, может быть, где-то подороже, где-то подешевле. А светодиод в районе 200. То есть, вполне можно прикупить светодиод и попытаться отремонтировать сломавшийся прожектор. Это, можно сказать, экономически обоснованно. Ну, а сколько прослужит данный светодиод, я пока сказать не могу. Поживем и увидим. Если что, напишу под видео. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.